Сирийская армия и силы национальной обороны отразили крупную атаку ИГИЛ на авиабазу Квейрис. Начиная с 25 декабря в данном районе проходят тяжелые бои. Правительственные силы при поддержке ВВС Сирии смогли отбить попытки ИГИЛ провести наступление и осуществили череду контратак. Свыше 50 ИГИЛовцев были убиты. Авиабаза Квейрис – это еще одна точка сирийской армии, куда игиловцы пытаются надавить в то время, как идут бои за авиабазу Тияз.